Добрый день! Я приветствую всех на канале 18 суток. И сегодня я хочу поделиться с вами секретом, как собрать самые-самые лучшие семена, чтобы не собирать все подряд. Как мы собрали все подряд, высеяли их, и получается, что семена проклевываются там, через 10 дней, процентов 50 проклюнулось, или там, через 20 дней. Еще через 10 дней проклевывается еще 20%. И там, через 5 дней проклевывается 3%, 5%. И часть какая-то вообще не проклевывается. Что нужно сделать для того, чтобы все семена проклевывались все 100%? И чтобы как бы они могли не 3 года существовать, а 4-5 лет. Что для этого нужно? Ну, во-первых, я вот представил вам перец в разрезе и разделил его на 3 сектора. Первый сектор А, самый маленький. Второй сектор, сектор Б и сектор С. Что такое сектор А? Сектор А – это то место, где зарождаются семена. Это плодоножка, и к плодоножке прикреплена плацента, а к самой плаценте – семена. Семена, вот они, если посмотреть на них, на все – они практически одинаковые. Если возьмете одну семечку с сектора А, с Б и с С, разницы никакой. Они все одинаковые. Но это не так. На самом деле, в первую очередь, зарождается сама семечка. Семечки все зарождаются, я рассказал, в секторе А. И со временем растет плацента, они, семена не опускаются ниже. Семена созревают где-то через 30-40 дней. Им надо полного созревания. Если взять примеры по одной семечке с сектора А, сектора Б и сектора С, и посмотреть их под микроскопом, вот как здесь вот я представил, здесь видно сектор А, семечка, и в ней находится чуть-чуть, немножко белой жидкости. Эта жидкость называется пересперм. Это питательные вещества, которые питают зародыш будущего растения, пока он спит. И когда вы будете высевать их, этот пересперм превратится в семидольные листья. Это тоже, как бы они будут служить питательным веществом, пока не сформируется полностью корневая система, пока не образуются два новых настоящих листка. Когда все образуются эти листья, как бы уже надобность в этих семидольных листьях отпадет. И через время они отсохнут и осыпятся. Итак, если вы хотите собрать самые-самые хорошие семена, никогда не собирайте семена с сектора А. Еще семена в этом секторе называют молочные семена. Может, вы когда-нибудь пробовали так, нажимаете на семечку, хорошо придавили, с нее такая белая жидкость вытекает. А в секторе Б и С, если вы на них придавите, она не вытечет. Почему? Потому что он уже пересперм, он уже сформировался. Так что лучше собирать с сектора Б и сектора С. Лучше эти семена собирать отдельно в кулечек. Мы написали на кулечке сектор Б или либо сектор С. Почему? Потому что через год сектора А семена вообще не проклюнутся. Сектора Б, ну, проклюнется где-то процентов, наверное, 35. Сектор С, все 100%. Через 2 года сектор Б процентов где-то будет 25. Сектор С останется 100%. И если правильно их хранить, эти семена прослужат, ну, не знаю, там, ну, до 7 лет. Как правильно хранить их, я расскажу в следующем видео. Так что собирайте самые хорошие, самые лучшие семена и хороших вам всходов. До свидания.